Ядовитые растения в черном списке Оренбургской области. В правительстве региона создали перечень трав, которые необходимо незамедлительно убрать с территории городов и сел. В так называемый черный список попали такие растения, как белина, дурман, белладонна и клещевина. Руководителям предприятия, организации, собственникам и арендаторам земельных участков рекомендовано исключить посадку этих растений, а уже растущие ядовитые растения ликвидировать, обследовать территории и провести обработку. Такая рекомендация направлена в адрес руководителей образовательных учреждений, детских садов и интернатов. Эта мера принята в связи с отравлениями детей опасными растениями. Так, 19 августа в Черноречии три мальчика съели семена белины, после чего попали в реанимацию. А 31 августа в Новотроицке два подростка отравились семенами неизвестного ядовитого растения, которые они сорвали на улице. Напомним, в прошлом году было зафиксировано несколько фактов отравления дошколят семенами клещевины. К слову, рекомендации есть и для родителей. Тщательно следить за своими детьми.